Тихвинский лимонадный завод. Пробка от непивного напитка торговой марки Митрофан Лагидзе. На пробке изображен собирательный образ грузинской женщины и указан год 1887. Когда Митрофан Лагидзе, предприимчивый провизор из Кутаиси, создал новую рецептуру фруктовых вод и основал производство натуральных лимонадов. Это пробки, которые я буду отправлять в обмен. Здесь есть дубли тоже, но такая была договоренность. Получу обмен и сделаю распаковку. Вы на канале про пробки, и это распаковка обмена. Новые пробочки, интересные, в коллекцию. Всегда приятно получать пробки, делать распаковку. Но здесь, на этом конверте, я заметила что-то необычное. Марка проштампована два раза. Сначала цифра 05 и потом 10 июня. Интересно. Очень интересная раскладка. Никогда не видела такую упаковку пробок. Получила в обмен, они просто классные. Их много, они красивые, в хорошем состоянии. Мне они очень нравятся. Сразу видно, что человек аккуратный. Каждая пробка была упакована индивидуально. Хочу показать пробки, которые мне действительно пригодятся. В первую очередь в коллекцию, которую мне очень интересны. Это два нижних ряда. Это пробки, которых у меня не было. Ну, я не знаю, мне кажется, каждый человек, который меняет пробки, коллекционирует, ну, психологически все время выбирает какую-то одну, которую ждет больше всех. Может, это наша избирательность, потому что мы не можем любить все и сразу, мне так кажется. Но я в этом обмене ждала вот эту пробку. Борода. Она прикольная, черная. Я люблю черные простые пробки. Круто, я очень рада, что она у меня появилась. Также я очень хотела вот эту пробку, новинку этого года, «Витязь пиво». Это пиво из Ульяновска. Здесь богатырь с кружкой пива на коне. Я сделала
видео, обзор своей коллекции с пробками, на изображении которых есть кружка. Видео уже смонтировала. Оставлю ссылку в описании, кто хочет, посмотрите. Но вот эта пробка туда у меня не попала, хотя здесь есть кружечка, вот она маленькая. Ну что же, она у меня появилась наконец-то, очень красивая пробка. Также я ждала вот эту пробку. 1887, я не знаю, что это за персонаж, надо будет навести справки, что это за пиво, очень интересное. Я ее встречала в обмене у других коллекционеров 2 года назад, когда собирала пробки, но не знаю, почему я ее не выбрала, сейчас мне ее очень захотелось. Изображение на пробке женщины в национальном головном уборе. Чихтикопи – это своеобразная шапочка-ободок, украшенная вуалью и расшитая бисером. Вот первая пивоварня. У меня есть похожая пробка, но белая. Это пиво из Молдавии, с другой страны. Но очень интересная пробка. Брюлок – это крафтовое пиво. Собственно, здесь и написано. Тоже у меня такой не было. А, кстати, лэб черная у меня была, но только одна, будет вторая, я храню в коллекцию с дублями. Лаборатория экспериментального пивоварения. Такое пиво у нас продавалось раньше в супермаркете возле дома, но сейчас его нет. Вот эта пробка, это новинка от Варницы, производитель пивных напитков Варница. Раньше пробка была вот такая красная, ну, может, она и до сих пор выпускается. Но вот это точно новинка, по-моему, этого года. План Б, тоже, по-моему, крафтовое пиво, у меня ее не было. Есть еще такая же аналогично черная пробка. Зубр, этой пробки у меня тоже не было. По-моему, это все-таки польское пиво, но у нас оно продается в супермаркете возле дома. Я не покупала из-за пробки. И вот эта красивая новая пробка «Солнечная легенда юга». Ростовский пивоваренный завод на ней указано, но по мне она напоминает Варницу. У производителя Варница тоже есть пробка с изображением солнышка на пробке. Точно такой же, как здесь. Вот такая пробка. Очень классная, красивая. У меня она есть. Первую пробку я заполучила в коллекцию. Я покупала. То ли 18, то ли 28 рублей. Точно не помню. Но мне коллекционер прислал с бонусом. Тут дополнительно несколько пробок. Может быть, около 5. Точно не помню. Которые я вижу, что они бонусом, договоренность на их обмен не была. Вот такой классный обмен, я очень довольна. Ставьте лайки, если вы тоже считаете, что это крутой обмен пробок. Неожиданно в письме обнаружила послание. Я не знаю, что внутри, сейчас открою. Очень хочется верить, что внутри $100. Круто, это этикетки. Дон Чак. Я никогда не видела такие напитки у себя в городе. И Витязь. Вот, это пробочка Витязь. И от нее этикетка от этого пива крутое. Я вообще не коллекционирую этикетки, но я их, когда они ко мне попадают, либо когда я покупаю пиво ради пробки, я всегда оставляю этикетки. Этикетки не занимают много места, и они просто у меня хранятся. Интересно, спасибо большое. Мне интересно, вот это пиво Дон Чак, а от какого это напитка? Ну, вернее, напиток Дон Чак, а какая пробка соответствует такой бутылке? Я даже не знаю, я знаю, Витязь. Ну, здесь все ясно, это Витязь, она производится в Ульяновске. А Дон Чак, Ростовский пивоваренный завод. Здесь указано, ну, поэтому Дон Чак, от слова Дон, и вот эта пробка. Но она вообще не соответствует, я бы вообще не догадалась. Часто такое бывает, у меня было такое в начале коллекционирования. 2 года назад, когда я начала собирать пробки, ну, я никогда не покупала пиво, я не люблю пиво, не считала это хорошим вложением, не хотела тратиться, и пробки собирала только с улицы. И потом, когда я встречала какие-то интересные этикетки в магазине, я думала, у меня нет такой пробки, смотрела, а пробка очень частая, у меня ее много, а этикетка совершенно не похожая на пробку. Вот яркий пример, когда они не совпадают. И пиво Витязь, конечно, здесь один в один.